Добрый день, покупатели интернет-магазина HitSad. Когда в вашем саду красота и порядок, одна неправильно лежащая вещь сразу обращает на себя внимание. Ей может стать неровно припаркованный к забору или стене велосипед. Исправить ситуацию в этом случае поможет стоянка для велосипедов. Кованая подставка под велосипеды не только украсит территорию, но и позволит упорядочить приезжающий двухколесный транспорт. Ее по достоинству оценят не только дачники, но и владельцы магазинов, кафе и детских учебно-развлекательных комплексов. Велопарковка становится неотъемлемым атрибутом любого торгового центра, магазина и других общественных мест. Такая велосипедная стоянка должна быть не только красивой, но и устойчивой, чтобы стоящий в ней транспорт не перевесил всю конструкцию. Вес наших кованых велосипедных подставок составляет более 22 кг. Как и все кованые вещи, они прочны и надежны. На некоторых предусмотрены цветочные кашпо и подставки. Это является отличительными особенностями декоративных велопарковок. Ваш велосипед, скутер, мотоцикл или детская коляска будут в сохранности, пока вы отсутствуете. Скоро в продаже у нас появятся детские велопарковки для небольшого транспорта. Следите за новинками на нашем сайте и подписывайтесь на наш канал на YouTube.